Теперь уже экс-премьер Нидерландов Марк Рютте попрощался с нацией в специальном обращении после 14 лет пребывания на посту. Его послание транслировалось по радио, телевидению и в интернете. В своей речи Рютте вспомнил о падениях и взлетах кабинетов министров, которые он возглавлял. Он пошутил, что за время пребывания на посту премьера у него прибавилось седин и морщин. Eén blik op de wereldkaart maakt dat duidelijk. Ik zeg het nog maar een keer. Samen sta je sterker dan alleen. Juist nu met een oorlog op een paar uur vliegen van ons land moet die gedachte ons motiveren Oekraïne te blijven steunen. Новое правительство Нидерландов, как ожидается, вступит в должность во вторник. Сам же Рютте осенью займет пост генерального секретаря НАТО.